Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы рассмотрим такой расклад, называется «Перспективы личной жизни», где первая карта скажет «Встретите ли вы?». Ну, если только по интернету, по соцсетям, потому что вы очень много в них находитесь и работаете в интернете, и общаетесь в интернете, то есть только через соцсети. При каких обстоятельствах произойдет эта встреча? И мы доставим первую карту, у нас 13-й аркан, десятка мечей и семерка жезлов. Это после того, как у вас закончатся одни отношения, да, причем они у вас какие-то трагические, что их прервали искусственно, то есть вы были не готовы, и когда у вас пройдет внутренняя борьба с самим собой. Ну или, скажем так, вы можете где-то познакомиться на чьих-либо похоронах по-другому, да? Так, кто он? Что за человек? Человек, который занят работой, причем может ездить куда-то по заграницам, у него какие-то проекты туда дальние, да, и он постоянно занимается, может быть, каким-то строительством. Насколько важна встреча для вас? Ну, так как вы чистый охотник, для вас эта встреча очень интересна, потому что вы будете изучать своего партнера, слабые его места, там, сильные стороны, да, чтобы потом им правильно управлять и правильно договаривать и разговаривать с ним, да, чтобы удержать его в ежовых рукавицах и в тонусе. Направление развития отношений. Так, у нас будет, приведет это к семейным отношениям, где будет финансовый достаток, комфорт, уют. Это приведет к постоянным спорам не только на кухне, но и постоянных в отношениях, да, то есть неиссякаемый источник отношений, два спорщика. И какие-то резкие еще выяснения отношений, вплоть там до скандалов и драк. Так, и итог отношений – это счастье, любовь и дети, семья. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.